Так, сегодня праздник. Какой? День защита. День рыбы. 9 мая. Вместо раскатки поиграем в ручной мяч. Раскатка или ручной мяч – итог один. Кататься будем долго и утомительно. Молодые вратари сразу поняли эту уловку Романа Черных. Но ни в коем случае на чемпиона не жалуются. Все 20 бегают по льду веселой стайкой. Где еще появится такая возможность? Нигде. По крайней мере, не в России. Парни, выход с краю. Ищите подальше, рука повыше. Приближается все, ноги поуже. Все, ждем бросок ближний, не забывайте. Только в дальний может забить. Руками, без отскока, куда ты поехал? Вместо того, чтобы отправиться в заслуженный отпуск после сложного сезона, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион России по хоккею с мячом Роман Черных решил поделиться своими знаниями и открыл школу вратарей. Навыки, которые он дает, уникальны. Он уверяет, не боится, что юные дарования превзойдут своего мастера. Мое желание – помочь тем детям, у которых есть желание расти, развиваться и в таком нелегком деле, как вратарское искусство. Вот. И тем более в России практически ничего нет у них. Обычно тренер в любой команде, он рассказывает игрокам, как нужно в пас играть, как нужно открываться, какая позиция. А позиция вратаря остается незатронутой. Даже когда я был маленьким, вот эта проблема существовала уже, очень мало информации. За золотыми советами в Красноярск потянулась практически вся Россия. Амбициозные 13-летние спортсмены уговаривают матерей на долгое путешествие и везут к нам. Про эту школу я узнала еще в прошлом году. И у меня ребенок попросился: мам, давай поедем. Я говорю: Кирилл, это так далеко. Я говорю: всего на 4 дня мы в пути, 4 дня будем. 2 дня туда, 2 обратно, 4 дня там смысла, говорю, ехать нет. Не люблю ездить далеко. В общем, я решилась, вот мы приехали. Сын Светланы Ванькиной – очень перспективный спортсмен-юниор. Ну, я сначала был игроком, потом мне сказали: бери перчатки, попробуй на воротах. Ну, ловил, мне понравился ворот, вот я и стал. А какую команду посмотрел уже, где хочешь играть? Ну, сначала «Волки» попытаюсь, потом сюда приду, если позову. Сюда – это куда? В Енисей. В Енисей, а почему? Ну, престижная команда, хорошая, сильная. Многому здесь научились я. По сути, ты вот на место Романа Черных видишь, да? Ну да. Он не против? Нет. А вот болельщица со стажем Людмила Прищепова уверена, строгие учителя сделают из ее внуков настоящих чемпионов. Дети растут без отца, у них нет отца, отец умер. И очень хочется, чтобы у них будущее было связано со спортом. И что он везде пишет, это даже написал ролик, написал: я вратарь. А Рома мой кумир. На занятиях дети развивают не только физическую силу, ловкость, реакцию, выносливость, но и интеллект. С удовольствием перенимают личный опыт действующего чемпиона. Для камеры это, кстати, коммерческая тайна. Но один из таких секретов нам все же удалось узнать. Встал. Ноги поуже надо. Руками, руками, миленький. В хоккее с мячом лучше не отбивать мяч щитками. Возможен страшный для вратаря рикошет, и нападающий получит еще один шанс забить. Сам Роман пользовался этой техникой не раз. Все ученики Красноярской школы вратарей сейчас юниоры спортивных школ. Домостит их команд им еще как до луны. Но утро на Енисее надеется, что у ребят все получится. Ведь теперь всегда за спинами у них будет, если не сам чемпион, то его уроки.